Целиком Флекс пережата, с вами Старпёр. Я продолжаю проходить DLC к мессенджеру. И в прошлый раз остановился на фоне этого красивого заката. Ну и, соответственно, начинаю я на фоне его же. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Слева, к сожалению, ничего не ждет. Ой. Как я его поймал, братюню. Ой, а что это с ним? Ой, блин, вот этого не надо было, это ж хороший, черт. Ну, я все еще в надеждах, что будут какие-то интересные истории. Ну, да, будут, текущая локация. Стало быть, Огненная гора. Пора прогуляться на закате. Огненная гора? Почему ее не назвали просто вулканом? Точно не знаю, видимо, название ей дал какой-то ребенок. Слушай, во время восхождения ты можешь называть ее как угодно. Так о чем ты хочешь поболтать? Есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе история. Жила-была пара фермеров. В наследство они получили очень необычный участок земли. Ты только подумай, каждый год на нем вырастала огромная хрустальная тыква. Несколько лет фермеры жили на широкую ногу, ведь урожай позволил им стать ведущими игроками на рынке кристаллов. Но постепенно ими овладела алчность. Предположив, что грядка была разбита над некой хрустальной шахтой, они выдернули с корнем все растения и долго-долго копали, мечтая о том, что же они будут делать с новообретенным богатством. Увы, они очень быстро поняли, что никаких залежей редкого минерала им не найти. Единственным итогом их трудов оказалось понимание того, что, уничтожив тыквенную грядку, они лишили себя всех шансов на сбор своего ежегодного урожая – огромного хрустального плода. И жили они с тех пор долго и несчастливо, думая лишь о том, что в свое время им стоило лучше заботиться о своем огороде, а не давать волю алчности. Мораль этой истории в том, что следует быть благодарным за то, что имеешь, и достаточно рассудительным, чтобы не потерять все это из-за стремления получить больше. Конец. Разве это не интерпретация сюжета о гусыне, несущей золотые яйца? Да. Ну, только здесь никаких птичек не убивают. Из всего этого можно сделать два вывода. Во-первых, твоих слов вполне хватило, чтобы испортить вполне приятную историю или поставить под сомнение ее способность очаровать тебя. Ты словно вскрываешь ее, пытаясь докопаться до самой сути и тем самым лишая ее ценности. Именно так и поступил бы жадный фермер. А во-вторых, ты явно считаешь тыквы овощами. Ха! Так о чем ты хочешь поболтать? Пожалуй, уже ни о чем. Спасибо за познавательную историю, братан. Взял и обидел меня просто на ровном месте. Тихо, тихо. Фух, задоджено. Как же я хорош в доджах все-таки. Ой. Тихо, тихо, мышь, тихо, успокойся. Так, ящерица, тоже успокойся. Не, подождите. Чё а-то? Стойте, может, я наверх могу? Точняк. А, ну все, я понял. Так это мне так быстро нужно... Не, господа, подождите, какая-то ерунда. Дверь закрывается, когда я меняю экран. Черт. А, ёпти. Все. Не, ни хрена не. Все, да, все. Нормально, убегаем. Но все равно мне по жопе успели надавать. Эк. Забер. Заберем, хотела я сказать. Ну я-то забрал, в принципе, как бы миссия выполнена. Ой, а это что? А, просто выход, здесь больше ничего нет. Окей. Прощай, чувак. Был рад познакомиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Я думал, на этот насест можно напрыгнуть. Твою мать.
А, наверх. Понял, понял. Вижу, 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 вижу. Не сообразил сразу, куда мне надо. А мне-то надо сюда. Меня даже сейчас захилят. Просто блеск. Блин, я так боюсь пропустить тот момент, когда мне начнут давать новые улучшения. Или расскажут очередную cool story какую-нибудь. Что приходится заходить в каждую. Каждую вот эту вот дверку. Хотя надежды, что там что-то будет, как бы, ну, достаточно мало. Аккуратно. Так, что у нас здесь? Ни хрена вы коварные уроды. Интересно, их убить можно? В смысле? Я ж нормально сделал все. Да. Вот уродство. Да, их, кстати, можно таки убить. А, я вижу. Я вижу твою дивизию, я вижу. Ну, ловите. Так, только вот возникает вопрос... А, все, не возникает. Подождите. Тихо, хорошо. И вот здесь. И вот здесь. Все, найс. А я хорош. Кто там все еще думает, что я недостаточно хорош? Посмотрите, как я хорош. Мне надо вообще почаще пользоваться этим. Сюрикеном. Потому что он ОП. О, вот реально объективно он ОП. У него автоматом восстанавливается энергия. То есть не нужно собирать эти штуковины. И в целом он вообще крутая штука, да. Ну, наверняка вы и сами это заметили, вы же у меня наблюдательные пирожочки. Но я считал своим долгом все же обратить ваше внимание на это. Вдруг, ну вот мало ли бывает, вы взяли и не заметили. Ни хрена себе, перелетел. Так, ща еще разок. Тихо. До свидания. Вот так и знал, что какой-то мелкий гнус мне все испортит. Ладно, не знал, но можно было предположить, что так и будет. Хотя, если бы я не остановился, то он бы меня и не достал, в общем-то. Ладно. Обидно осознавать, что виной фейлов являешься сам. А вот это пипец. Ну, то есть, если бы это было какое-то объективно там сложное место, тогда ладно. Было бы не обидно, так я просто нажал кнопку не вовремя. Не тогда, когда надо. Обида, обида, ребят, обида. Так, нет, я хочу забрать ту хрень. Ну, вот эту. Так, и теперь вот здесь вот так, ну нет, не так надо было, конечно, надо было по сейвове, но здоровья у меня пока хватает. Вот же мелкие уродисы, огнеметные. Твою мать. Позор моим сединам. Все, сойдет. Так, какой-то подвох здесь. Шипы, это если я пробегусь, короче. Нормально. Ай, смотреть же вниз я не могу, точно, жаль. Сейчас я куда-то вылечу, короче. А нет. Нормалек, нормалек. А зачем я сюда иду? Стойте, а где вообще моя карта? Сейф. Проход вниз. Давайте посмотрим, что здесь. Ага, не зря. Хорошо. Блин, эти уродицы через стену наваливают. Вращал их. С их палками. Тихо, тихо, мне сюда, да? Тихо.
Твою мать, твою мать. Так, проход закрыт здесь. Мне реально нужно через вот так. Ну, я справился, да, хорош. Вот это был, конечно, фейл фейлов. Надо использовать активный сюрикен. Точнее говоря, не забывать о том, что он у меня есть, и что он очень опешный. И все будет хорошо. Не надо на меня ничего скидывать, пожалуйста, спасибо. Вот же животное, да? На! Историю хочу. Где я? А, вот. Потерялся. Простите. Блин, враги ваншотаются этим сюрикеном. О, постойте-ка. А как это вон туда мне попасть? Ой. А, ну здесь, в этой комнате, будет смена времени, возможно... Возможно, я смогу. Не точно, конечно. А, вот она. Вижу, вижу. Запрыгни ты давай. Так, а в чем подвох? Слева же, да, у меня платформа была? Да. И что, и как я оттуда долечу? А, подождите, нет проблемы, я вот отсюда долечу. Вот так. Хм. Мне предлагают по попугаям, походу, пропрыгать. Здесь, наверное, будет часть маски, мне кажется. А что, все, попугаи закончились? А, нет, 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 идиот. Сейчас, сейчас, сейчас. Догоняем. Поехали. Так. Ой, какой кошмар. Ну вот я... А, вот и тыква, кстати. О которой мне только что рассказывали. Прикольно. Сейф. А, ну да, вот, видите, зеленая хрень. И там даже уже кусок маски виден, значит, мы реально сюда... Именно за ней! Черт. По крайней мере, мне не пришлось возвращаться издалека, чтобы попасть сюда. Что уже хорошо. Так. 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 Ой-ой-ой-ой-ой, ой, да-да, блин, да-да, подпрыгни ты, господи, пощады. А мне еще обратно нужно будет возвращаться, типа, этим же путем, что ли? Что-то очень на то похоже. Все, маска. Фух. Так. Ага, открылось. А, все, открылось автоматом. Господи, ну все, тогда нормально. Я думал, что мне надо будет обратно как-то прыгать, попутно активировать эти ворота. Какая же ты скотина. Ну, в целом тоже норм. Теперь главное... Блин, вообще вот, вот, вот. Все, гениально. Я здесь засейвлюсь. И в случае чего меня не откатит как-то слишком далеко назад. Блин, если бы еще и без урона я поднялся сюда, вообще было бы по красоте. Ой! Не заметил, что они ломаются. Да, в смысле, я ж тебя бил. Надо бы где-то за хило взять. Ну, в смысле где-то. От меня это все равно не зависит, так что... Не тому втащил два раза, не тому.
Прости, бро. Прости. Историю хочу, ну пожоджа. Историю. Жадный до истории чувак. Так. А, вижу. Не спалил сразу. Куда надо? Тихо, пожалуйста. Черт. Так. Аккуратно. Бляха-муха, это все еще нестабильная платформа. Так, хорошо, и что? А, слева, вижу. Аккуратно. Фух, нормас, я красава. Ой. Это что за издевательство? А, не, они не падают, господи. Ой, а что, подождите. А что, как? Блин, я не заметил, что там еще прыжки налево. А как я не заметил? Никак не заметил. Что тут думать-то? Просто вот взял и никак и не заметил. Все еще без истории. Ни хрена себе, блин. Мне привезли копейщика. Простите, но пострадают все причастные, даже если вы мирные чуваки. Так, что-то подозрительное. Это ж на соли похоже. Квадратная гора. О, Бармотозель. Такая пунктуальность, гонец. Значит, это и вправду ты. А мне это казалось, что ты погиб во время взрыва в преисподней. По-твоему, этого достаточно, чтобы избавиться от меня? Я ведь уже говорил тебе, писарское ты отродье, что быстрее меня никого нет. Сейчас же отпусти Фабиана и исчезни, демон, или я снова одолею тебя. О, я не стал бы заставлять тебя проделывать весь этот путь только ради очередного поражения на дуэли. А чё? Ты видишь, это магическое семя. Оно уже почти наполнилось энергией Вуду. Когда процесс завершится, посмотрим, кто посмеялся последним. Энергией Вуду? В этих краях страх можно преобразовывать. Что-что? А страх? О, этот ресурс, добываемый из этих крох, просто неисчерпаем. Чтобы полностью зарядить магическое семя, я должен их как следует напугать. Так что мне стоило бы тебя поблагодарить. Ведь этот путь привел тебя прямо в мою ловушку. И в данном случае ловушка — это алтарь Вуду. И чё? А теперь не двигайся, гонец. Впрочем, у тебя все равно не получится. Вот ты скотина. И что теперь будет? Звуки... А, меня склонировали. Наконец-то на свет появился темный гонец. Сердце огненное граждет вас обоих. Именно там я расставил идолов Вуду, чары которых прекрасно подходят для борьбы с демонами алчности. Подберись к достаточному количеству идолов, и темный Кларбл будет повержен. Потерпи поражение, и потеряешь своего защитника, а в результате окажешься в полной власти темного гонца. Что будет стоить тебе жизни? Посмотрим, как далеко ты зайдешь в гонке с собственным вторым я, ниндзя. Это тебе с рук не сойдет. У ситуации есть и светлая сторона. Тебе не придется наблюдать за тем, что сейчас произойдет с Фабианами. Ох, не нравится мне все это, совсем не нравится. Пожалуйста, спаси нас. Довольно нытья. Как там говорилось? Ах, да... Удачи тебе, гонец!
так совсем не круто. Эй, где тебя носило? Я больше никогда не стану говорить с этой пиратской рожей. М? Слушай, мы можем это предотвратить? Не, не хотелось бы умирать. Не знаю. Скорее, идем. Так, приветик. Этот наряд. Должно быть, он из клана, где меня обучили облачному шагу. И это может означать, что... Игл был. Эй, монахиня, кажется, мне удалось найти еще одну подсказку, касающуюся сектантов. Первобытный страх подождет. Думаю, мы достигли одной из тех развилок, о которых говорил пророк. А, той, где появляется этот кварбл? Да, пожалуй, во всем этом есть некий смысл. Пожалуйста, присмотри за ним. Приступаю. Здесь она, видите, еще не закоцана, в смысле не стала королевой шипов или королевой игл, королевой игл. Она еще норм. Не, я туда пойду. Вот сейчас, наверное, мне дадут лудуянские эти колдунства. Ни хрена не дадут. Текущая локация. Ну и что это я тут делаю? Я не очень-то понимаю, что происходит, но настоятельно советую тебе в этой гонке со своим злым близнецом выложиться по полной. Есть что рассказать? Не без этого, но все же тебе просто необходимо вернуться к погоне за темным гонцом. Вот спасешь мир, тогда и будет тебе история. Не, ну это нечестно. Что же, гонка с темным гонцом состоится в следующем выпуске. А на этом пирожата я закончу. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мои каналы, все ссылки в закрепленном комментарии. Жмите колокольчик, ставьте лайки и пишите комменты. А с вами был Старпер. Всем счастливо.